Вчера социальные сети региона были взбудоражены любительским видео, снятым в Тинькинском городском округе. На нем проезжавшие дальнобойщики обнаружили мертвого лося, рога которого плотно запутались в проводах линии связи вдоль трассы. На видео хорошо видно, что провода серьезно провисли, что, возможно, и стало причиной гибели животного. Вечерний Магадан обратился за комментарием к руководителю Госохотуправления Магаданской области и к природоохранному прокурору региона Станиславу Пруцкову. Вчера только информация стала нам известна из социальных сетей. Сегодня мы организовали поездку на место происшествия. Действительно, с разговора с дорожниками, которые находятся недалеке от этого места, информация подтверждается. И с видео мы видим, что животное погибло. Сегодня инспектора госохотуправления прибудут на место, обследуют данное место, составят, заактируют, точные координаты определят. И мы тогда уже от этого будем смотреть, какой человеческий фактор на сегодняшний день повлиял на данную ситуацию. Это или организация, которая там проводила работы по проведению оптоволоконного кабеля интернета, или это старые провода, которые у нас на сегодняшний день на Колыме остались от старой телефонной линии. Вот. Все будет зависеть от той ситуации, с которой сейчас столкнутся наши инспектора. Какой ущерб нанесен животному миру Колымы и кто виновен в его возникновении, в настоящее время выясняет Магаданская природоохранная прокуратура. Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуре в результате мониторинга средств массовой информации был установлен факт гибели лося в Тинькинском районе. Предположительно, животное запуталось в линиях оптоволоконной сети. Природоохранная прокуратура совместно с Министерством природных ресурсов на сегодняшний день организована проверка, в результате которой будет рассчитан ущерб, причиненный животному миру, а также установлена степень ответственности виновных лиц, осуществляющих содержание данного линейного объекта.